2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2008 году в целях привлечения внимания к проблемам детей, страдающих этим заболеванием. В Славянском районе уже стала доброй традицией организовывать праздник под названием «Лучики добра». Проводится он для того, чтобы помочь особенным детям лучше социализироваться в обществе, подарить им возможность пообщаться со своими сверстниками, ну и, конечно же, просто весело и интересно провести время. Стало у нас с вами доброй традицией весной, в период весенних каникул, встречаться, обмениваться мнениями, встречать своих друзей, смотреть концерты и просто играть. Для участников праздника был подготовлен концерт и игры со всеми любимыми мультперсонажами Фиксиками. Также работали творческие площадки, проводились мастер-классы по изготовлению пасхальных яиц, лепки из пластилина и живой уголок, где каждый ребенок мог пообщаться с забавными зверушками. Наиболее ярким и вызывающим особый восторг у детей стало выступление артистов, показывавших шоу «Мыльных пузырей». Ребята с удовольствием участвовали во всех конкурсах и играх, а в конце праздника всех угостили сладкими подарками. Мария Климова, Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События».